Сын Зинаиды Лазаренко погиб в конце прошлого года. Без жилья и кормильца остались вдова и трое детей. Где у меня осталось на руках трое внуков. Беззащитные, нету дома. Не работает невесточка. Потому что маленький, год и 9 месяцев. Очень тяжело. Похожая ситуация еще у трех севастопольских семей. Помочь нуждающимся вызвались представители бизнеса и спорта. Теперь близкие погибших добровольцев ежемесячно будут получать 5000 рублей и на такую же сумму продукты питания. Также люди смогут бесплатно пользоваться услугами парикмахера и посещать аттракционы экопарка Лукоморье. Мы надеемся, что больше погибших ополченцев не будет. Это от всей души надеемся, что этого не будет. Но если это будет, мы не оставим в стране. Мы создали инициативную группу. Я вот сейчас по ходу уже понимаю, что это создается даже какое-то общественное движение. В планах у меценатов создание благотворительной организации «Доброволец». Дмитрий Слезовский, Елевер Меджитов, информационный канал Севастополя.